День за днем, тонна за тонной. Мы сворачиваем горы и меняем русло рек. Помимо профессиональных качеств, должен быть железный характер. В глухой бескрайней Амурской тайге нам покоряется природа. Еще осталось метр, и все, и под нами золотоносный слой. Более 500 человек, и это по-настоящему интернациональный коллектив. Все сюда ездят, чтобы заработать денег. Золотом оно всегда выгодно. Чем больше намываем, тем лучше живем. Мы романтики 21 века. Мы добываем золото. Мы группа компаний «Росзолото». Компания «Росзолото» работает на протяжении более 10 лет. Занимаемся мы добычей полезных ископаемых, в частности, разрабатываем насыпные месторождения. На сегодняшний день в активах компании более 15 месторождений рассыпного золота, свыше 150 единиц современной техники, около 500 квалифицированных сотрудников, и у каждого руки золотые. Ведь эти руки ради заветных килограммов драгоценного металла перерабатывают сотни тысяч тонн грубой породы. Благодаря им мы на втором месте по добыче золота в Амурской области. Рассыпное золото – наша стихия. На участках непосредственно у нас работают машинисты бульдозеров, машинисты экскаваторов, машинисты погрузчиков, автослесари, разные технические работники. В 2019 году группа компаний «Росзолото» приобрела 100% акций золотодобывающей компании «Харгу». Старейший прииск Приамурья свою историю ведет с 1644 года, когда впервые были открыты богатейшие россыпи на Амурской земле. Суммарная годовая добыча со всех участков достигает 2 тонн драгметалла. У нас на сегодня имеется 6 драг, и также мы сегодня увеличим объемы по раздельной добыче. Это промприборы, но сегодня используем приборы ПБШ-40, планируем увеличивать. Добыча ведется открытым способом, в основном это техника. Работают экскаваторы, бульдозеры, самосвалы. Ежегодное обновление техники – наше правило. Парк регулярно пополняется российскими и зарубежными образцами лидеров по производству спецоборудования. Выбираем современные, экономичные, но главное – надежные модели. Чтобы в основной сезон с мая по ноябрь все были в строю. Добыча золота – это всегда во все времена труд настоящих мужчин. Слабаки не выдерживают. Остаются самые сильные, выдержанные специалисты высшего класса. Водители, бульдозеристы, сварщики, электрики. То есть весь контингент, который задействован в золотодобыче. Где еще недавно был непроходимый лес и текли своенравные реки, теперь все под контролем человека. Здесь прежде всего ценится профессионализм и готовность прийти на выручку. Мы не коллеги, мы команда. Чтобы добраться до основного золотодобывающего слоя, нам надо убрать определенное количество грунта. Ну, пустого, вывести его в отвал. До основного грунта у нас 3,5 метра. Вот мы убрали около 2,5 метров и остались где-то метр. Это уже рубашка. Еще метр, и золотые крупицы начинают играть на солнце. Основные активы компании располагаются в Зейском районе. В регионе он считается самым золотоносным. В связи с постоянным увеличением добычи, квалифицированные и грамотные сотрудники на вес золота. Работа сложная, но условия труда и отдыха мы создаем максимально комфортные. Ну да, как бы это труд не из легких. Я практически был, начиная с Кемерово, до Магадана. Сейчас в данный момент работаю начальником участка на участке Сардангро. Если сравнить условия работы, здесь шикарные условия. Особое внимание на каждом участке уделяется мерам безопасности. Перед началом работ проводятся водные инструктажи на местах месторождения. Проводятся инструктажи на рабочем месте. Допускаются эти люди потом к работе. Ну, это безопасность людей, это безопасность производства. Обязательный инструктаж и медосмотр проходит каждый сотрудник. Причем дважды – перед сменой и после. Все данные фиксирует и анализирует опытный медработник. Только так можно получить допуск. 70. Ну, как раз, как у Юрия Гагарина.
В нашей компании работают специалисты из разных уголков России и даже из-за рубежа. Тысячи километров и язык – не помеха, когда ты профессионал своего дела. Достойные условия труда и отдыха с достойной заработной платой – негромкие слова. Финансово, да, вот это преимущество. Мы же старатели, мы для этого и стараемся, чтобы заработать и обеспечить, как говорится, свою семью и близких. Помочь матери. Безусловно, да, нормально. Отдых после сложной работы – это комфортные общежития и домики. В вахтовых поселках обустроены прачечные, бани, в комнатах кабельное телевидение с каналами на разных языках. Телевизор есть, связь, ну не сотовая, спутниковая, но по крайней мере со семьей связаться можно. Можно WhatsApp настроить, там у кого телефоны более современные такие. Каждый поселок – практически самостоятельно функционирующий населенный пункт. Жилье у нас комнаты на 2 человека. Комнаты убираются каждый день, убирают уборщицы. Постельное белье меняют раз в неделю. Все готовое. Отработали, пришли, все условия покормили, постирали, убрали. Главная задача персонала сферы обслуживания – вдалеке от дома обеспечить максимально комфортные условия для каждого работника. У нас трехразовое питание. Завтрак у нас начинается в 5:30 утра до 9. Потом у нас в 11 часов уже обед и до часу. И также с 5:30 до 9 вечера мы дожидаемся. Калорийность блюд сбалансирована. Используют на кухне только натуральные свежие продукты. Рассольник, вот у нас котлеты идут, тефтели идут, окорочка идут, в основном на мясное. Все это делается с натуральных продуктов. У нас молочка варится на молоке, вот видите, у нас тут молоко. У нас на сухом молоке это не варится. Поставки идут регулярно. Меню составляется и утверждается заранее, но с учетом предпочтений работников. Хлеб собственного производства, различная выпечка. Борщ любит больше. Котлеты, в запасов на участках хватит не на одно десятилетие, но компания не стоит на месте. Активно ведется геологоразведка, разрабатываются новые месторождения. За 10 лет работы компании штат вырос больше, чем в 10 раз. Это не только показатель достигнутого успеха, но и четкое видение будущего. Участки растут, объемы растут, соответственно, специалисты нам требуются. Мы приглашаем, мы собеседуем и, как правило, берем именно квалифицированные кадры. При трудоустройстве на работу мы предлагаем полный социальный пакет для наших сотрудников. Полная выплата заработной платы, прежде всего, больничные листы, отпуска, то есть все как положено по трудовому законодательству. Довольно-таки сегодня у нас высокие заработные платы, порядка 500 миллионов фонд заработной платы ежегодно. Оказываем поддержку людям в плане выделения кредитов для приобретения жилья. Высокая зарплата, достойные условия труда, комфортное проживание, а также возможность полноценного и активного отдыха. Вкладывая в каждого специалиста, мы понимаем, что вкладываем в конечный результат нашего общего дела. Мы приглашаем вас стать частью нашей команды. Команды профессионалов, нацеленных на результат. Позвоните нам по телефону или отправьте свое резюме на нашу электронную почту. Добро пожаловать в наш коллектив. Компания «Росзолото».